Но независимо от методов ухаживания, скорости и напора, в этой игре есть лишь одно правило. Неискренность, а наличие сердца. У меня так и есть. Нет, ты просто болен. Я говорю о том, чтобы угождать ее прихотям. Я хочу поесть на улице, но у меня грязные руки. Именно, дай ей все, что она хочет. Найди все, чего бы она действительно хотела. Желания и потребности Танхуа? Скажем так, если она не знает мир, покажи ей его во всех красках. После того, как покажешь ей мир, смело отправляйся кататься с ней на каруселях. Хотя Танхуа и довольно молода, но я уверен, она знает, чего хочет от мужчины. Так скажем, миром ее не удивить. Тогда сразу же на карусель вести? Молодец. Отвести ее покататься на карусели. Карусель. Танхуа! Чанжи, это же машина доктора Сюэ. Садись скорее, у нас пациент. Пациент? Эта дорога не в больницу. Куда мы едем? Больной вне больницы. Учитель Бай просил приехать поскорее. Вне больницы? Это авария? Не знаю. Доберемся, тогда и узнаем. Ты вызвал скорую? Да, конечно. Чанжи, и где же пациент? На самом деле нет никаких пациентов. Нет пациентов? Я хотел покататься с тобой на карусели. Если она не видела мира, покажи ей его во всех красках. Если она уже многое повидала, то веди ее на карусель. Танхуа, ты все поймешь, покатавшись со мной на карусели. Я и так понимаю, что тебе надо к психиатру. Танхуа! Повез ее на настоящую карусель? Разве ты не так мне сказал? Если она уже многое повидала, то отведи ее на карусель. Это аналогия, блин, понимаешь? Если она все в жизни уже повидала, то отведи ее на карусель. Означает, что ты должен помочь ей, несмотря на усталость. Тронуть ее сердце, почувствовать радость — это самый простой способ любить в себя. Это не значит буквально кататься на карусели. Но ты же не сказал, что это аналогия, как я мог понять? Чтобы осчастливить женщину, нужен врожденный талант. Если таланта нет, научиться будет сложно. Советую просто оставаться одному. Не поедем, ладно? Прошу, не начинай. Милый. Мы разместимся в пятизвездочном отеле. Будет весело. Многие знаменитости возят туда свои семьи. Давай насладимся отдыхом. И не будем ни о чем думать. Милая, если честно, я... Милый. Милый, милый, что с тобой, милый? Дорогу, дорогу! Доктор, помогите! Мужчина, 36 лет, попал в аварию без сознания. Давление 101/70, пульс 96, уровень сатурации 70. Аккуратней. Первый койка. Доктор, спасите его. Выйдите. Спасите его, спасите. Готовимся к интубации. Два миллиграмма пропофола. Стетоскоп. УЗИ грудной клетки и живота.
Живот в порядке. Грудная клетка в порядке. Нужно КТН. Хорошо. Доктор, как мой муж? КТ показывает, что позвоночник, живот и грудная клетка не повреждены. Но на КТ головного мозга видно кровоизлияние в двустороннюю паренхиму. Что? Что это значит? Кровоизлияние в мозг? Да, это кровоизлияние в мозг. Хирургическим путем его состояние нам не облегчить. Нам надо подержать его под наблюдением какое-то время. Если сможем остановить кровотечение и снизить кровяное давление, он может очнуться. Прошу, вы должны его спасти. Спасите его. Не волнуйтесь, мы сделаем все возможное. Позвольте мне обработать вашу рану. Это все моя вина. Вини меня. Не надо было спорить с тобой. Если бы я не стала с тобой спорить, у тебя не закружилась бы голова. Хотите сказать, что у вашего мужа перед аварией кружилась голова? Да. Он был за рулем, и у него резко закружилась голова. Вы были с ним в машине? Вы чувствуете какой-то дискомфорт в груди? Я в порядке. Может, немного голова кружится, но не больше. И вы чувствуете головокружение? Чуть-чуть. Головокружение может быть вызвано заболеванием головного мозга, поэтому я советую вам сделать КТ. Думаю, я просто плохо спала прошлой ночью. Доктор, я в порядке, мне не нужно КТ. Я хочу быть рядом с мужем. Я могу остаться с ним. Хорошо. Если вам станет плохо, обязательно сообщите мне. Хорошо. Спасибо, доктор. Доктор Сяо, она потеряла сознание. Доктор, что со мной? В моей голове что-то не так? Мы сделали КТ и не нашли никаких аномалий. Тогда в чем проблема? Анализы еще не готовы, пока не можем диагноз поставить. У меня обычно ничего не болит. Не думаю, что это что-то серьезное. Я хочу увидеть своего мужа. Вам нельзя вставать? Я в порядке. В порядке? Вы сознание потеряли, у вас сердце остановилось. Если бы доктор Сяо вовремя не реанимировала вас, вы бы своего мужа уже не увидели. Я же просто сознание потеряла. Вы находитесь сейчас в тяжелом состоянии. У вас наблюдается брадикардия и общая слабость организма и конечностей. Все так серьезно? Конечно. Сейчас в любой момент ваше сердце может остановиться. Будьте послушны. Пришли анализы. Калий 2,8. Низкий уровень калия? Теперь понятно, откуда аритмия. Говорите, низкий уровень калия? Это серьезно? Низкий уровень калия вызывает сердечную аритмию, а порой и остановку сердца. Ваш уровень калия на данный момент 2,8. Сердце может остановиться в любой момент. Но обычно все в порядке. Почему калий такой низкий? Это может быть вызвано множеством заболеваний. Сейчас мы не уверены в диагнозе. Чтобы выяснить причину, нам надо провести дополнительные анализы. Доктора, я полностью вам доверяю. И мой муж. Сделайте все, чтобы он очнулся, прошу. Не волнуйтесь, мы сделаем все возможное. Спасибо. Спасибо. Отдыхайте. Проверь ее почки. Выпиши антиаритмические препараты. Цзяншань. Следите за уровнем калия в крови и ее состоянием. Хорошо, мы уже настроили диапазон мониторинга показателей. Как ваша пациентка? Гипокалиемия. Мы ее стабилизировали. Гипокалиемия? Это очень серьезно. Внимательно наблюдайте за ней. Цзяншань, а вы не переутомляйтесь. Хорошо, спасибо, заведующий. Хорошо, не буду вас отвлекать. Уровень калия лишь слегка повысился, этого мало, наше лечение не работает. А что сердце? Сердце работает стабильно, но его ритм по-прежнему хаотичный. Эндокринная система в норме. Моча в норме. Печень в норме.
Все показатели в норме. Почему мне тогда плохо? Во всем виноват низкий уровень калия. Нужны дополнительные анализы. Но сколько времени прошло? Почему так и не нашли причину? Не волнуйтесь. Иногда найти причину довольно сложно. Как только выясним, в чем дело, мы сможем максимально быстро вылечить вас. Доктор Сяо, как мой муж? Кровоизлияние было остановлено, ему стало лучше. Хорошо. Спасибо, доктор. Отдыхайте. Надо скорее найти причину ее состояния. Если затянем, есть риск, что сердце остановится. Но в чем же причина? Доктор Сяо, пациентке плохо. Разряд 200. 200 готово. Сердцебиение восстановлено. У меня нет ни одной идеи причины ее болезни. И у меня ничего. Сяо Янь, пациента с раком печени опять тошнит. Цзяньшань попросила подойти. Идем, подумаем, как вернемся. Мы либо слишком заняты, либо слишком свободны. Да. Доктор Сяо занята каким-то исследованием. Интересно, чем конкретно? Хочешь узнать, что ищет доктор Сяо? Не скажу. Ладно, сделаю все, что попросишь. У нее пациентка с гипокалиемией. Гипокалиемия? Это вы, Лу Янь? Я коллега доктора Сяо, Байджу. Здравствуйте, доктор Бай. Я изучил вашу карту. У вас серьезная гипокалиемия, но причина неизвестна. Доктор Сяо тоже причины пока не знает. А чем вы с мужем зарабатываете на жизнь? Контактируете ли вы с какими-нибудь химическими веществами? Доктор Бай. Помните нашего пациента с миокардитом и вызванным острым отравлением кадмия? Помню. Он работал на аккумуляторной фабрике и вдыхал пары кадмия. Точно. Увы, работает нефтяником. Я поговорил с его женой. Он работает на нефтяном месторождении в Африке. Недавно вернулся в страну. Думаешь, и у Лу Янь химическое отравление? Возможно. Я сталкивался с такими пациентами. Он работал на заправке, имелся длительный контакт с бензином. И однажды он принес домой химикаты. В конце концов, он и его жена отравились. Посмотри, может, встретишь случай с нефтяниками. Хорошо. Спасибо, доктор Бай. Хорошо, спасибо.
Ну что? Я поговорил с газовщиками и профессором Сунь. Все они говорят, что гипокалиемия у пациентки никак не может быть вызвана отравлением нефтью. Значит, работа мужа не связана с их состоянием. А кто-то говорил... Куда ты? Пап, я голодный. Кушать хочу. Ты только поужинал и уже голодный? Я расту, а значит, постоянный голод. Это нормально. Хорошо. Мой маленький начальник, сейчас приготовлю тебе лапшу. А ты присаживайся пока и жди. Пап, у меня завтра выходной. Почему бы тебе не взять меня с собой в больницу? Что? Плохо себя чувствуешь? Давай сейчас же поедем. Пап, не волнуйся, я в порядке. Учительница дала нам задание. Мы должны написать сочинение о наших папах. Я хотел просто понаблюдать за тобой. Напугал до смерти. Дома не наблюдается? Хочу написать сочинение о твоей работе по спасению больных. Это видеть суть через явление, понимаешь? Как мне писать, если я не видел все своими глазами? Кто тебя научил всем этим умозаключениям? Сюэ Жань, кто же еще? Сюэ Жань? Пап, давай быстрее, кушать хочу. Я в процессе, подожди. Скоро все будет готово. Ты же, Сяо Янь, ходил на ту фабрику, да? Боишься за ее здоровье? Будь честен. Она тебе нравится? Алло, доктор Сяо, ты свободна завтра после обеда? Пап! Ты забыл, завтра ты везешь меня в больницу? Предпочитаешь своему сыну красавицу? Что за глупости? Ешь! Не учись такой ерунде от дяди Сюя. Ешь давай. Пойдем к ним домой? А они не против? Я их не крал. Так мы сможем быстрее найти причину. После твоего звонка я размышляла над этим. Если она отравилась химическим веществом не на работе, тогда, вероятно, источник дома. Взгляни. Посмотри. В булочках обнаружен нитрат бария. Отравление барием? При отравлении барием увеличивается проницаемость клеточной мембраны, из-за чего в клетки попадает много калия, а это способствует его снижению и появлению гипокалиемии. Все ясно. Нужно взять анализы. Мы получили результаты анализов. В крови превышено содержание ионов бария. Теперь мы знаем причину. Ваша гипокалиемия вызвана отравлением. А что такое барий? Барий – металлический элемент, сам по себе он не токсичен. Но его соединение, нитрат бария, опасен. Если его проглотить, он вступает в реакцию с желудочной кислотой и становится ядом, что приводит к гипокалиемии. Мы обнаружили нитрат бария в булочках на вашем столе. Но мы с мужем сами делали эти булочки. Откуда там барий? Этого мы не знаем. Доктор Сяо, а отравление излечимо? Не волнуйтесь, вы скоро поправитесь.
Спасибо вам. Доктор Бай, если бы не ты, я бы так и не нашла причину ее состояния. Спасибо тебе. Это моя работа. Как думаешь, откуда в булочках взялся барий? Это случайность или кто-то его туда добавил? Отравление? В наше-то время? Травили же только в древности. А почему нет? Он же как-то оказался в булочках. У тебя богатое воображение. Именно. Пациентка сама удивлена. Ведь они сами делали булочки, сами себя отравили. Доктор, со мной в машине была супруга. Она в порядке? С ней все в порядке, только пара царапин. Тогда почему она не рядом? Где она? У нее отравление, поэтому ее тоже госпитализировали. Отравление? В булочках, что вы ели, мы обнаружили нитрат бария. Она в порядке? У нее была остановка сердца, но... Танхуа... Остановка сердца? Кровотечение у него остановили, так почему он опять потерял сознание? Танхуа, сделай ему КТ головы, посмотри, может еще где-то кровотечение. Хорошо. Доктор Сяо, сделала КТ? Что там? Первоначальный очаг кровотечения был остановлен, и больше кровотечений нигде нет. Тогда почему он потерял сознание? Может, отравление барием? Так, сделай пациенту ЭКГ и тест на биомаркеры миокардита. Хорошо. Доктор Сяо, результаты УВ готовы. У него тоже гипокалиемия. Уровень калия 2,6, еще ниже, чем у жены. Неудивительно, что его жена сказала, что он потерял сознание перед аварией. Сравни анализы крови сейчас и сделанные при госпитализации. Обрати внимание на калий. Три и два. Тоже мало. Идем к пациенту. Ты заметила, когда Луянь услышала, что они отравились булочками, она повела себя странно, правда? Мне так показалось. Но ты не воспринимай мои мысли всерьез. Думаешь, что она его отравила? Это лишь предположение, но вспомни, как она у мужа переживала. Возможно, между ними что-то произошло, и она... Но если она его отравила, тогда зачем самой травиться? Может, случайно проглотила? Что за глупости? Зачем поднялись? Это опасно. Мы с мужем любим друг друга. Между нами нет никаких проблем. Я не травила его. Вы глупости говорите. Я требую заведующего. Немедленно приведите его. Как вы посмели? Сколько раз мне вам повторять, чтобы вы не сплетничали о больных? Но вы меня не слушаете. Вы себя видели? Еще называете себя медиками? Вы хуже базарных баб на рынке. Заведующий, успокойтесь. Это моя вина. Я не усмотрела. Не надо их выгораживать. Будьте готовы. Пациентка собралась жаловаться нашему начальству и в СМИ пожалуется. Как вы собираетесь решить эту проблему? Вы не можете допустить, чтобы сюда пришли журналисты. Думаете, моя просьба остановит пациентку? Мы виноваты. Извинимся перед пациенткой. Если она нас не простит, мы возьмем на себя ответственность и уволимся. Заведующий, посмотрите. Они понимают, что ошиблись. Не будьте слишком строги с ними. Чего замерли? Бегом извиняться! Скорей, скорей. Я пойду с ними. Цзяншань. Я хочу с вами поговорить.
У вас что-то случилось? Кажется, вы меня избегаете. Нет. Много работы. Сянь Юнь что-то тебе сказал? Не переживай. Я хочу, чтобы вы жили дальше. Ничто уже не будет как прежде. Я заведующий отделением, а вы старшая медсестра. Для нас работа главнее всего. Заведующий, не волнуйтесь. Я знаю, что делаю. Хорошо. Идите, работайте. Пойду пригляжу за ними. Я Цзяншань, старшая медсестра, плохо обучила персонал. Прошу, простите их. Ладно, ладно. Не хочу усложнять. Идите. Спасибо, что простили нас. Спасибо. Спасибо вам, что простили их. Доктор Сяо, как состояние моего мужа? Кровоизлияние, вызванное аварией, остановилось. У него такие же симптомы, как и у вас. Гипокалиемия вызвана отравлением. Но не волнуйтесь, мы уже лечим его. Он скоро очнется. Это хорошо. Спасибо, доктор Сяо. Они приготовили и съели булочки. У Вэя закружилась голова, и он потерял сознание. Значит, причина аварии – отравление нитратом бария. И его отравление серьезнее, чем отравление его жены. Может быть... Почему ты такой любопытный? Я... Это не просто любопытство. Я вам не помешал? Не мог бы ты взглянуть на моего пациента? А зачем мне это? Я даю тебе шанс покрасоваться перед доктором Сяо Юань. Если не хочешь, не настаиваю. Доктор Бай, прошу, помоги мне. Хорошо. Но сперва позволь внести ясность. Я не тебе помогаю, а пациенту. Конечно. Доктор Сяо. У Сюи Жаня есть пациент, которому он не может поставить диагноз. Посмотрите. Ладно. Идем, да. Пациент, курильщик со стажем, в анамнезе хронический бронхит и гипертония. Боли в грудной клетке когда начались? Пациент сообщил, что около 2 лет назад. Приступы боли 1-2 раза в день. Обычно после обеда или около 4-6 часов утра. Сопровождается боль ощущением жжения. Головная боль появляется? Нет. Иногда приступ сам прекращается, а иногда приходится использовать нитроглицерин. Но один приступ прекращается, и начинается новый. ЭКГ делал? Тип сердечного ритма синусовый. Похоже на ишемическую болезнь сердца. Этот же диагноз поставили в его поликлинике. Ему выписали изосорбит мононитрат в составе пилюль с шалфеем, но улучшения не наблюдалось. Приступы боли даже ухудшились. 3 дня назад пациенту стало хуже после употребления ликера. Боль сопровождалась затруднением глотания. Но обследование не выявило никаких явных отклонений. А что рентген? Показал скопление небольшого количества эмфиземы. Поэтому я и не думаю, что дело в ишемической болезни сердца. Что вы скажете? Ну, слово доктору Сяо? Выглядишь уверенно. Почему же уступаешь доктору Сяо? Не хочешь выпендриться? Как по-детски. Думаю, это рефлюкс и эзофагит. Рефлюкс и эзофагит? Доктор Бай, что скажешь? Согласен.
Нет, ты упускаешь свой шанс. Для подтверждения требуется гастроскопия. Займусь этим. Эрозия слизистой пищевода. Это точно рефлекс-эзофагит. Да. Тебе следует скорее начать лечение пациента. Вы двое и в самом деле золотой дуэт нашей неотложки. Красивый парень и красивая девушка. Отличная пара. Неподражаемы. Я на обход. За что это? Ты неправильно понял доброго человека. Я же создавал для тебя шанс. Если тебе нравится Сяо Янь, дерзай. Разве нормально, что ты постоянно крадешься за ней? Ты хуже Чэнь-Джи. Он, по крайней мере, храбро идет к своей цели. Его динамит, но он не отступает. Мне нравится Сяо Янь, у тебя что, проблема со зрением? У меня стопроцентное зрение. Сяо Янь, есть пациенты. Дзяншэнь меня искала, я пойду. Не могу поверить, ты Нинджэнь перепутал Сяо Янь. Прекрати. Сяо Гуан хотел кое-что от тебя. Лу Синь говорил, что оговорка — это проявление истинных мыслей. Лу Синь также говорил, что этого он не говорил. Дать тебе парочку советов, как ухаживать за девушкой. Оставь их для себя. Я же для тебя стараюсь. Доктор Сяо, скажите, мой муж очнулся? Его состояние хуже вашего, но мы знаем причину, поэтому уверены, что его состояние улучшится. Полученные вашим мужем травмы при аварии указывают на то, что он вывернул руль, чтобы спасти вас. Он ударился сильнее, поэтому ваши травмы легче. Так вот как было. Почему мы обнаружили в булочках у вас дома химикат? Мой муж большую часть времени проводит на работе в Африке. Дома лишь пару раз в году. Я всегда волновалась, что его работа опасна. Мне просто было очень страшно. Я хотела, чтобы он уволился. А для этого нужен был веский повод. Чтобы он поискал работу в Китае. Я прекрасно понимала. Он не уйдет со своей работы, ведь ему очень хорошо платят. Поэтому я решила использовать нитрат бария, чтобы он заболел. Но нитрат бария нелегко достать. Мой отец работает на заводе по упаковке фейерверков. Однажды из-за отравления он настолько слаб, что был вынужден больше месяца оставаться дома. Поэтому я подумала, что отравление барием вызовет лишь недомогание, и не больше. Так что я взяла булочки, которые мы ели, и добавила в них барий, используемый в петардах. Я подумала, что если заболею, мой муж останется со мной. Я чуть-чуть в булочку положила. Но почему и ваш муж отравился? Я невнимательно насыпала нитрат в булочки. И муж отравился случайно. Доктор Бай говорил уже, что нитрат бария, вступая в реакцию с желудочной кислотой, вызывает гипокалемию. А это приводит к проблемам с сердцем. Это моя вина. Это моя вина. Мы должны сообщить полиции.
Полиция забрала Лу Янь. Чтобы удержать мужа рядом, добавила в булочки нитрат бария. Жутко как-то. Что скажем ее мужу, когда он очнется? Скажи ему правду. Но это жестоко. В смысле жестоко? Это же факт. Поздравляем. Ваши анализы в порядке. Вам просто надо немного отдохнуть. Спасибо. Доктор, а как моя жена? Вы говорили, у нее была остановка сердца. Она в порядке? Она отравилась нитратом бария. После лечения она поправилась. Хорошо. А где она? Но дело в том, вы только очнулись, вам нужно время восстановиться. Как только поправитесь и встанете с постели, тогда и увидитесь с женой. Доктор, о чем вы? Вы же знаете, что тоже отравились нитратом бария. Этот самый нитрат бария довольно сложно встретить в повседневной жизни. Подумайте, кто рядом с вами мог положить нитрат бария в булочки? Отдыхайте. Значит, доктор Бай умеет говорить загадками? Я? Но это лучше, чем притворяться немой. Пап, я есть хочу. Хорошо. Кушать, кушать. Сяо Гуан, впредь больше не стучи по миске. Будешь так делать и станешь нищим, когда вырастешь. Давай, ешь живее. Пап, в эту пятницу у нас родительское собрание. Ты должен прийти. Пятницу? Не могу, у меня сверхурочная работа. Приди, мой классный руководитель хотел поговорить с тобой. Не волнуйся, я позвоню твоему учителю Сяо. Учитель Сяо? Мою классную зовут учитель Ю. Вчера у нас просто появился пациент Сяо, она тоже учитель, вот и перепутал. Понятно. Пап, ты думал о тете Сяо, да? Ешь давай быстрее. Чего так разоделся? На Оскар собрался? Почему позвал сюда? Сам позволил выбрать. Не вытирай, а то хозяин нас выгонит. Хозяин, принеси еще палочки и мясо барбекю. Две колы диетической, 4 бутылки пива. Хорошо. Шашлык вызывает рак, и ты себя доктором называешь? Ты можешь хотя бы день не нудеть? Я же не постоянно так питаюсь. Я и колу без сахара пью, слежу за здоровьем. Ладно, о чем хотел поговорить? Ничего такого. Просто мы давно не собирались и не болтали обо всем на свете. Давай без этого. Я тебя зову-зову, а ты не ходишь. Почувствовал вину или... Дело в докторе Сяо. Будешь есть или нет? Не хочешь, уходи. Буду-буду. Еда — это хорошо. Поедим, а потом поболтаем. Сначала выпейте, шашлык скоро будет готов. Хозяин, можно воды? Хорошо. Если подумать, после того, как ты забрался у Гуаня, ты 6 лет один. Не успел оглянуться, и 6 лет прошло, а ты все еще холостой. В этом есть и моя вина. Ты вечно ведешь себя как знаток в любви. Ругаешь меня? А с кем сам встречаешься? Почему обо мне только говоришь? Я могу пройти мимо 1000 цветов, но не сорвать ни одного. Я говорю о тебе, зачем на меня переводишь? Давай обсудим серьезные вещи. Насколько я могу видеть, ты и доктор Сяо. Не беспокойся о результате. Стой. В смысле не беспокоиться о результате? Если бы я хотел, то давно бы уже подкатил к ней. Ваш шашлык. Шашлык. Спасибо. Приятного аппетита. Так подкати. Трусишка, зайка серенький. Я понял. Ты хочешь быть с ней, но боишься, что она тебя отвергнет, и ты позвал меня посреди ночи, чтобы проанализировать ваши отношения и подкрепить твою уверенность, так? Нет, конечно. Я лишь хотел повидаться с тобой.
Всякий раз, видя тебя, моя уверенность взлетает до небес и с медицинской, и с личной точки зрения. Разве так сложно попросить о помощи? Не нужна мне помощь, не могу поверить. Не верю. Ладно, съем немного шашлыка и поделюсь важной информацией. Поделиться или нет? Не хочешь говорить, и не надо. Я со всей уверенностью заявляю, что ты нравишься доктору Сяо. Знаю. Что ты знаешь? Хороший человек просто не может не нравиться. Если бы можно было бить людей, я бы сейчас тебя до полусмерти избил. Сердце человека здоровое, если он хорошо себя знает. Только вот ты нездоровый. Особенно твоя психика. Как твой друг? Я надеюсь, что вы с доктором Сяо сможете быть вместе. Тебе было нелегко одному заботиться о Сяо Гуане. Пора и о себе подумать. Послушай, я думаю, доктор Сяо очень хороша.